Всеми силами пытаюсь заработать и купить квартиру для своих детей и себя. Пожалуйста, скажите, получится ли мне купить сейчас или стоит подождать? Спасибо вам. Очень часто этот вопрос задают мне люди. То есть у человека получается все в жизни, но у него не получается то, что он хочет. С чем это связано? Первое. Когда-то был достаточно молодым человеком таким и решил, что самой заветной задачей и нереальной счастьем для меня было бы стать богатым человеком. И там было три идеи. Это там, купить квартиру, это иметь свой автомобиль, там еще что-то. И у меня со временем это очень быстро произошло. И после того, когда произошло, я помню этот год, хорошо начал работать магазин, как-то были там разные идеи, задачи и так далее. И после этого прошло время, где-то 7-8 месяцев я разбился на машине, после чего попал через один год или через два года в онкологическую больницу, и после чего вот такая длительная история. И к чему я это говорю? Потом поменялись мои идеи, то есть самое важное для меня стало уже не квартира, а самое важное стало для меня это возможность быть здоровым человеком. Уже финансовые такие элементы, они были отложены, ну, совершенно другая задача. Вы должны понять, что у человека всегда есть определенная метазадача. Если эта метазадача является колоссальным мегазадачей его жизни, по его мнению, прям недостижимая, прям универсальная, и он от нее получает сумасшедшее удовольствие, а одновременно еще и страдания, то достигнуть такую задачу ему будет чрезвычайно сложно. Почему? Это и есть тот ключ, который заставляет вас страдать и шевелиться, и вы к нему двигаетесь. Поэтому, если человек очень хочет квартиру, у него появится все, кроме своей собственной квартиры. Что нужно делать? Мой совет: отпустите и не хотите квартиру. Живите как живется, накапливайте деньги по чуть-чуть, стремитесь к чему хотите, но не желайте замуж, не желайте квартиру, не желайте чего-либо еще. Просто живите вот таким образом. Поменяйте задачу. Пусть она для вас будет не такой важной и не такой ключевой, как у вас сейчас. Очень часто женщина не может выйти замуж, потому что это мега задача. Вот выйду замуж, а потом хоть умирай. Не выйдете. Вот будет квартира, а потом хоть умирай. Нет, не будет квартиры. Потому что будет квартира, и потом умрете. А вы хороший человек. Вы нужны этому миру. Поэтому отпускайте такие мегазадачи. Не ставьте эти мегазадачи для себя задачами, которые прямо мега, и после них хоть потом умирай. Заработайте, заработайте. Получится, получится, не получится. Именно так нужно отпускать. Говорит, а не получится, проживу без квартиры. Тогда получится.